Итак, друзья, смотрите, очередной развод. Мне пишет чувак. Тебе привет. Тебе нужен нож бабочка Серный лес? Привет, давай не откажусь. Пошли в скайп. Да, пошли. Нам бесплатно, если поможешь. Скидывай ему свой скайп. Он не будет видеть, что мы что-то делаем. Пишем. Надеюсь, не запалит. Сейчас посмотрим, а когда мы вообще? Ну, по-моему, у меня только уже добавился, если я не ошибаюсь. Еще. Все будет написано. Вы дружите один день. Ну, он сегодня же, говорю, до меня добавился. Смотрим, у него инвентарь. Давайте прожжем хотя бы с него чуть-чуть недолго, да? Почему бы и нет? Почему бы с него не брать, пока займусь своими делами? Хочу уровень Steam прокачать чуть побольше. Карточки сейчас продаю еще и дополнительно сейчас дополнительно куплю еще карточек. Надо 3 карточки купить, почему бы и нет? Ой, 4. 3. Ну, потому что с карточками выпадают. Блин, по 3 рубля. 4 рубля почти, охереть. Потому что с карточками вместе, помимо того, что поднимается уровень, так еще идут. Так. Да блин, сбило меня. Нет, спасибо. Все, так, собрано 4 из 6. Давайте еще купим 2 карточки. При повышении уровня дают дополнительные скидки там. Так приятно очень даже. Сейчас была у меня скидка 90%. Так, а что мне там, подожди, что там мне какая-то фигня. Таки на слив. Инвентарь один. Что пользователь подключения каналов оставил какой-то комментарий. Очки. Выбраны 5 из 6. Покупаем последнюю карту. Купить. О. А теперь все. Так. Значит. Сейчас мы создадим значочек еще один. И новые предметы в инвентаре. Скидка 50% на трон, фон, ну и значок дополнительный. Что это такое? Окей. Трон 100. 49 рублей стоит. 50% там это у нас. Дата выхода 27 января. Ну, короче, можно до 21 числа. Надо. Профиль. Пока уровень 16. Значки. Можно вот сюда сейчас купить еще. Тут как раз сейчас буду 17 уровня вообще моментально. Пока будем ждать. И вот тут карточек не будет. Ну, в чем у нас еще может? Алло, привет, меня слышно? Да, слышно, говорим. Смотри,
смотри, я играю в руле, как из GoStars.ru. У него противника есть нож, бабочка, съем, если 2 АВП. Если ты мне поможешь, если ты нормальный пацан, мне там скинов где-то на 100 рублей не хватает, чтобы его перетопить. Я тебе отдам этот нож. Поскольку мне нужны эти 2 АВП, одну из них я пообещал другу на день рождения просто. А одну я оставлю себе. Я на ножах не играю, так вот. Могу тебе его отдать. Прикольно. Что, поможешь? А, сейчас, секунду. Сейчас иду. Мы там выходит, смотри, 6 плюс 50, я у админа купил. Вот. Шанс плюс 50, у админа купил. Да. Прикольно. А экран можешь показать мне? Сейчас. Вот, видишь, рулетка. Вот. CSGOSTARS.com. Угу. Я специально его выбрал, ну, чтобы тут нас не перетопили, чтобы мы один на один сыграли. Вот. Вот, где-то на 100 рублей скинов не хватает, чтобы было точно перетопить, что у меня где-то 55% был шанс. Ну, я создам. Ну, давай. Сейчас, секунду. Посмотрим, что будет. Или опять очередное наебалово. Так. Мне то эти 100 рублей не жалко. А? Что ты говоришь? Я говорю, мне проблемы не нужны. Ну, мне проблемы не нужны, поскольку меня можно просто забанить. Там, что у тебя есть на 100 рублей? Да у меня там есть, что на 100 рублей. Я просто смотрю, что... Да? Ну что на тебя так пожаловались? Нахрена пользователей? Ну это из-за рулетки. Я же играл, а меня просили вернуть вещи. Я же не первый раз так выигрывал. Вот. Получается, мне просто кидали жалобы, потому что я не возвращал вещи. А что ты им вещи не возвращал? Проигрывал. Ну смотри, ну получается, смотри, я их обыгрывал на рулетке. Они просили, чтобы я им вернул вещи. Ну типа им сильно жалко было. Вот, там они нормальные вещи просто проигрывали. Сколько у тебя этот картель стоит? 120 рублей. Хорошо, пойдет. Это где-то 55% будет. Ну, скажем так, я... А, во, обменяться. Посмотрим, что получится с этого. Все, ушло. И сейчас он, короче, берет, ложит трубку и стекает. И утекает, либо проиграет. Проиграй сейчас, как думаешь? Ну, это получается, надо ж, чтобы стоимость ножа у тебя ж была эквивалентна. Сколько у тебя этот АК буква красок стоит? 560 рублей. Ладно, а Сайрекс это сколько? 530 рублей. А Грифон сколько он там, 200, да, стоит? 150. 50? Блин, а можешь мне его еще докинуть, чтобы шанс больше был? Не знаю, просто... Если проиграю, и солью шанс, еще это вообще будет. Нет, к сожалению, то я не могу скинуть, то мне трейдили, а в это то, что я выиграл на ставках, я тебе могу скинуть. Это вот я и скинул. Блин, а ты вообще ничего? Вот это, ну не знаю, может такая-то скинешь? Вот я тебе могу даже вебку показать, чтобы ты все записывал. Кого? Калаш? Буйство красок? Да. Не-не-не-не-не-не. Ну пойми, просто я боюсь проиграть. Я тебе могу сейчас вебку включить, чтобы ты все записывал. Да как мне вещи вернуть, если ты их сейчас сольешь? Вещи мне уже никак не вернут. Ни в каких вообще условиях мне вещи не вернут, если ты их сейчас сольешь на ставке. Смотри, если ты мне его скинешь, у меня где-то будет
65-70% в победе, вот, ну, я в принципе не смогу проиграть. У него будет 30% в победе и все. Блин, понимаешь, у тебя инвентаря там никакого нету, чтобы если что, ты мне мог чем-то возместить. Я говорю, нет, ты попросил 120 рублей скинуть, я тебе скинул. Я боюсь ставить, я просто боюсь потратить эту ставку. Ну покажи ты мне экран, где у тебя там ставка, то что ты мне показал просто, что сайт и все, без каких-то либо ставок. Ну смотри, сайт, я буду ставить вещи, у меня будет процент выше. Ну а где ставка, что у тебя 50%? Я еще вещи не закидывал. Так у тебя там и вещей нету, по сути дела говоря, в инвентаре. Я сейчас в инвентаре, получается, только мой один... Смотри, у меня плюс 50% в победе, плюс твои вещи и мои вещи. Это там сколько, на 200, на 250 рублей. Да у тебя там кейсы одни. У меня там еще вроде пару пушек есть, вот. Ну пару пушек, это ширпотреб стоит где-то, ну, максимум от силы рубль. И с шансом 50% на нож, это все и будет реальный гон, не получится ни хрена. Смотри, у меня сейчас где-то 55% будет. Пойми, я просто не хочу проиграть. Да ты проиграешь и так. Я просто, я тебе говорю, я тебе уже ничего больше не скину. Ну пойми, смотри, у нас будет где-то 70% с твоим калашом. Я тебе отдам нож, мне нужно это АВП одно. Я пообещал другу, у меня завтра день рождения. Ну, я понимаю, что ты пообещал, но смотри, я тебе еще раз говорю, расклад такой, что если бы ты мне сразу сказал, что тебе нужен калаш, я бы сказал нет. Ты просил 100 рублей докинуть, я тебе даже 120 докинул. Ты боишься ставить, пожалуйста, но больше я тебе ничего не скину, абсолютно. Ну почему? Потому что, я тебе еще раз говорю, эти вещи я покупал. Я со своим баблом расставаться не собираюсь. Просто кому-то его на халяву отдать, причем я тебя толком, говоря, не знаю, ты ко мне вчера добавился, друзья, вроде бы. Или сегодня даже. Не помню, сегодня вроде бы. Вот. И просишь мне дать калаш, у меня товарищи не просят. Не-не-не. Это под мою ответственность. Я тебе все верну, этот калаш, и все я верну. И нож тебе отдам. Да тебе нечем возвращать. Как ты мне вернешь? Покажи ты мне хоть один аккаунт, у тебя что есть с инвентарем. Я про то, что смотри, я его сейчас... дам тебе этот калаш. Если что, я пойду просто. Я сейчас пойду, вот если я проиграю, я буду под мою ответственность. Я пойду задоначу и верну тебе этот калаш в течение пару часов. Не, прости. Я не хочу рисковать настолько сильно. Я не знаю, пойми, вот ты понимаешь, мне проблемы же не нужны. Мне просто заблокируют аккаунт, если ты думаешь, что я тебя разведу или еще что-то. Да как тебе его заблокировать? Чтобы тебе его заблокировали, тебе надо хер знает сколько раз жаловаться. Ты можешь записать этот разговор весь, у тебя будут доказательства. Ты можешь в полицию пойти, понимаешь, с этой записью. Да я еще и по ментовкам не бегал только, но это уж смешно. Мне придется свои деньги идти тебе донатить. Я не проиграю с калашом, пойми. Буйство красок я тебе не скину, это однозначно. А Сайрекс, я не знаю, ну или... Не буйство красок, не Сайрекс, я тебе вот этих вещей не скину. Почему? Да потому что, они это стоят денег, это раз. Во-вторых, я же тебе говорю, я тебя даже не знаю. И то, что ты мне говоришь, что я пойду тебе задоначу, я тебе тоже могу сказать, что, друг, я тебе тоже задоначу, дай мне нож. Понимаешь? Это одно и то же означает. Я говорю, я могу показать тебе свое лицо, чтобы ты записывал, чтобы, ну, как бы доказательства были, чтобы, если что. Свидетельство о рождении могу показать, хочешь? Да, ну, что мне свидетельство о рождении твое даст? Ну, чтобы ты знал, где я живу, где что. Ну и чё, ты живешь, я тебе что ли пойду за каких-то 700 рублей? Это ж смешно. У меня просто заявление, кстати, мне проблемы не нужны, понимаешь? Заявление за 700 рублей твоих моё, никто не будет же рассматривать. Насколько я знаю, то уголовная ответственность там идёт, ну, от скольки-то сотен рублей.
700, это уже как бы уголовная ответственность за это. За кражу чужого имущества, понимаешь? Ну, тут не кража, тут просто-напросто типа обмана. Я же говорю, это уголовная ответственность, мне проблемы не нужны. Максимум, что могу добавить, Star Trek элитное снаряжение. И М-ку Грифон, не более. Это на какую сумму примерно? Ну, 230 рублей и 150 рублей. Так, а ты не видишь, что там трейд немецкий? Где? На Грифоне у меня нету трейда. 236 рублей. Блядь, что такое? Ну я тебе говорю, больше я тебе не смогу ничего скинуть. Как бы абсолютно. Смотри, давай я тебе сейчас вебку покажу, покажу свое свидетельство о рождении, чтобы ты все записал. Ну, чтобы все было честно, что просто я не знаю, какие еще гарантии мне дать. И ты типа выбьешь ножик. Смотри, там идет нож. И две ВП. Азима и Хайпербиз. Мне нужны эти две ВП. Ну, я Хайпербиз пообещал другу на день рождения. А где там? Ты мне даже не показал, где эта штука. Ты мне только сайт показал. Ну, ну смотри, мы играем на сайте. Там видел чат? Я ну. Ставлю плюс и залетаю туда. Вот, и мы залетаем. Блять, обыкновенный наёб и развод, стопудово. И я сейчас лишусь в общей сложности, получается, 420 рублей. Да? Сейчас посчитаем. Это ты мне на 120 скинул, да? Да. И это сейчас на сколько скидываешь? И сейчас получается 400 рублей на 520 рублей. Я сейчас улетаю. Ну, включай экран, чтобы все было честно. А я обмен отправляю тогда. И экран не выключает. Факт остается фактом, что он сейчас просто-напросто меня разводит. Ну, как бы, ничего страшного, купим чуть-чуть ВП. М-ку с этим. Ну, давай посмотрим, что с этого получится. Ты закрой окно это и Steam включи сам. Так, я могу. Да, а ты подтвердил обмен? Да, 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 да. Пришло, у тебя уже в инвентаре все. А, да, да, вот. Ты вот, не знаю, ты точно не сможешь скинуть? Нет, я тебе говорю, вот, вот максимум, что могу. Процент 60, давай пробовать. Смотри, блин,
2% не выигрывают. Поэтому мне страшно. Ну, давай тогда возвращай обратно вещи. Можешь вернуть? Я не знаю, почему ты мне не веришь. Я тебе еще раз говорю, я что мог, то скинул. Ты, если не понимаешь, возвращай вещи обратно. Можешь вернуть? Блин, вот реально, понимаешь? Я тебе серьезно говорю, ты мне назад вещи можешь вернуть? Сейчас, или ты залетаешь? Я говорю, скинь мне, пожалуйста, еще что-нибудь, и я залетаю, чтобы вот реально где-то уже будет 80% шансов вот, со всей суммой где-то. Нету у меня, что тебе еще скидывать. Нету. Почему? А что тебе, калаш скинуть? Сайрекс скинуть? Или что тебе скинуть? Ну хотя бы что-то из них. Нифига подобного. Я же тебе говорю, гарантии нету с твоей стороны. С моей стороны гарантии, то, что я тебе уже скинул 500 рублей. С твоей стороны пока никаких гарантий нету. Ты сказал, что и ты купил. Давай, я вот хочу посмотреть. Я сейчас записываю ролик, уже с самого начала ролик записываю, ты не переживай. Ну что, на YouTube пойдет сразу все. Просто я вот хочу посмотреть, ты честный человек или нечестный? Только ради этого. Я не хочу рисковать шансом, пойми. Да ты мне не сможешь вернуть, пойми, если ты сейчас возьмешь, проебешь штуку рублей, ты мне не сможешь их вернуть. Я пойду задоначу, я же говорю. С чего ты будешь донатить? В смысле, с чего? Ну, если бы у тебя были деньги, ты бы задонатил. Если бы у тебя были деньги, ты бы купил бы скины или что-то либо придумал на площадке на торговой. Ну, не на торговой, на любом другом сайте. Ну, тут маркетинг, к примеру, где-то либо еще. Понимаешь, я эти деньги не рассчитывал тратить. Вот если я проиграю, то под мою ответственность. Я тебе задоначу и верну все. Я тебе не эмку, не кину, сразу говорю. Это вообще не обсуждается даже. Потому что я их не скину. Все, это я тебе еще раз говорю, необсуждаемо. Что я мог скинуть, я скину. Вот я даже калаш Star Trek элитное снаряжение кинул, который стоит 200 с хером рублей. А ленку и калаш вообще нет. Я не буду залетать, я не хочу потерять шанс. Ну, не будешь, верни мне три шмотки этих и как бы будешь искать от другого человека. Я точно нет. Я говорю, дай мне эти вещи под мою ответственность. Ты все записываешь, ты просто можешь пожаловаться на аккаунт и заблокировать его, все. Пойми. Не, я тебе говорю, не. А чё, у тебя шанс 60%? 33% парень выиграл. Поэтому мне страшно. Ну а что там за розыгрыш? Что там они ставили? Выигрыш 2 рубля, они играли на кейсы. Какая разница? Ну так смотри, у него было 66%. И он проиграл. У меня 63%. 60-63. Как ты считаешь, что у тебя 60-63%? Ну вот, в уме, смотри, у меня сейчас 50%, да? Плюс те вещи, это где-то на 10% потянет. Сколько стоимость того инвентаря? Сейчас. Ну, смотри, а где он вообще? Вот я просто его даже не вижу. Ты мне не можешь показать, что он ставит эмку, две эмки и нож. Смотри, мы списались, как-то договорились на это число. Вот, на это время. Я же говорю. Ну и где? Не вижу я. Ты мне покажи. Ну. И мы залетаем, он ждет меня на сайте. Ну, напиши, отправь ты ему, я посмотрю, как куда ты залетишь. Ты меня сейчас просто пытаешься развести вообще, просто-напросто сидишь, ты меня сейчас наглую разводишь. А смысл, он сейчас залетит, ты что? Куда он залетит? Ну, смотри, он сейчас просто залетит, меня не будет, и он уйдет. Смысл мне писать. Так и ты залетишь со своими шансами. Я не. 60% я не буду залетать. Ну, возвращай мне вещи, раз не будешь залетать, все, не обсуждается. Возвращай мне шмотки, три штуки этих, и все, и хорош. Давай. На что ты трубку ложишь? Не-не-не, трубку не ложи, друг.
что ты трубку ложишь? Блять.